мы как кочевой народ опять строим палатку. Как хорошо, как все хорошо. А? А хаска ли она ходит куда-то, где? Хаска-то... Блин, была как лев подаяна. Та урагасы мы оставили в машине, поэтому вот то, что есть, вот такие маленькие эти, жерди, то, что есть вот тут на базе, ставим. Да? Они сейчас слушают. Дёр. Наш дедушка за водой уже. Уже пришел за воду, принес. Будем чай пить. Кстати, дед. Наш дедушка. Вот, сейчас будем. Сейчас поставим. Сейчас поставим печку. Зажгем сейчас печку. Брат мой Никола. Нико. Чистит снег. Привет, тут был будет. Да, не говори, братан. В этом году всем животным будет очень плохо, ребята. Очень худо будет. Вообще. Наст. Да. Там сверху мягкий снег, а снизу очень твердый. Почти лед, да, снег, видно? Вообще. Очень твердый этот коврох. Судил был, Оксан. Судил. Так, у нас музыкальная пауза. Сейчас вот исполняли Николка Ефимова «Отого до гором». Это его, да, это слова и музыка и моего брата Николки. Он у нас мелодист, композитор. У него уже около 80 песен, да? Угу. Авторских песен. Да, он уже... давно с малых лет занимается музыкой, так что сейчас он вам исполнит свою песню. Ну, все, поехали, готов? Угу. Again.
Отлично, отлично. А да. Алло. Четко делаешь? Хан, уже он бегал лапа. Вообще джиги дыхат. А, бу. А. Да, прыгай на себе, да? Иштеги, да? Есть. Опять ушел, бахандай да. Куда мы па? Куда мы па? Куда мы па? Хана, куда гельда? Красавчик. Пускай, да, я скажу. Хана, да. Да, чемпионом, 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 да, 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 в русском стане. Выпечил, да, убей. Вот у нас нарди, да? Да, 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 да. Идет, 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 идет. Я хочу меня. Как старый гинди. Или хоть дыр рыбу, вот. Куда лади, да, блин. Да, 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 да,
Опа! Круто. Куда? 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 Так, идет конкретный, конкретно этот клев, парни. О. Надо успеть. Ууу, блядь, пекаешься в этот опыт, да. Амей, во. Отдай там. Во, эсла, как это было вам? Тут говорит, это что такое? Ну, как это вообще, папа? Да, папа, это вот. Бухар, папа, папа. Это что такое, парни? Я вообще в шоке. Да. Ай, бляха, муха. Да вот уйдем сюда. Я вообще шоке. Ребята, у меня такое впервые. Лаварда. О! Вот это мне. Бомбическая поклевка, нах. Давай, давай, давай. Давай. Балла, балла, пока, балла, 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 балла. Да что ж такое-то, а? Это вообще. И было стадо, вот его вынял. И мета. Парма, 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 давай, кали, 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 кали. Вот так на. А с хата пабу. О, вот такой вот пабу там, а? Вообще, там миллион рыб. Это нереально, круто. Так, ну что, ребята, вот мы сегодня вот поймали вот такой вот
под вид, наверное, кольца. Это другой вид. Мы поймали его с другого озера. И, ребята, внимание. Внимание, внимание. Вот смотрите. Это. Вот, видите, ребята, вот это вот. Жирное. Да, вот это все жир. Очень такая редкая рыба, наверное, сибяня. Ну, вообще в горах у нас вот сибяня. А этот, она редкая, потому что она очень жирная и очень вкусная. Вот этот под вид кольца. Так, и я его называю, это вот она, рыба, золотая рыба. Золотая рыба сибяня, можно сказать. Шуренкелевская рыба. Ну где-то весит, наверное, 800 где-то килограммчик, наверное. Это, ребята, завтра будем пробовать, завтра будем смотреть еще. Поставили сети, все на. Так, сейчас я буду солить. Для сока кольца будем это пробовать. Посмотрим, насколько он жирный и вкусный. Ой, какая красота. Красное мясо. Золото себя надо. Так, ну вот таким образом я его засолил. Если у меня был, у меня еще тут вот такой молотый чеснок. Сушеный. Так, и вот таким образом. Сейчас мы закроем. И так, и до завтра, вот, допустим, это сутки, ровно сутки простоит у меня. Вот так вот готовлю оладьи. Захотелось оладьи постряпать, покушать. Ну давай, давай. Ухся. Парни, парни, работаем, работаем. Не барахалы вперами, косяк, а? Он то воно и фрэм. Тора. Ну давай еще.
Есть. Ага. Во. Во. Пора. Никуда не будем. Рыбалка у нас продолжается. Идет вообще дикая поклевка с утра вообще. Даже нет времени пописать. Печать кодить даже не успеваем. Все, я иду готовить обед. Парни пускай рыбачат. Вот такие вот дела у нас. Вчера к нам пожаловал бригадир стаду номер 2 в Хоту. Артем Алексеев. Артем. Или? Я гону. Я кто? Так. Кабинеку. Они у нас тут рядом. Этот рыбачат тоже. У них это охота. Вот. Чай вымещаем. Чай попили. Да? Походники серьезные. Артем у нас этот уже с малых лет занимается оленеводством. Сейчас общаемся, слушаем новости. Новости сибирские. Вот наш гость. Стадо номер 2. Пойду тундра. Ну-ка. Наш сибирский хариус, 2-килограммовый, да? Ну. Вот так это же. Когда ты у нас садишь на что? Так, у нас осмотр, вечерний осмотр сети. Так, время где-то 17-18 часов. Оу, а что их дали, да?
Түйелер жүрді. Оны қырсыған қамықта қытылар. Қырсыған да, бе? Білдер бүді? А, барта білдер бүді. Өттен. Үнді, өттен қан бата. Ес, жәдем. Өнді қырсы бүді бүді? Смотрите, ребята, вот такой экземплярчик у нас попался. Он такой, больше среднего. Это еще, это, ну, наверное, кило 200, килограмм 200, вот такой вот у нас. Очень такой хороший, жирненький хариус попался. Так вот. Есть второй. Второй уже больше, да? Большой, да, уже. Чуть побольше. Что дай? О! О! Блин, да! Бля, чуть не ушел, а? Чувак, есть еще? Принимай. Есть! Рон сарлар деген бұл. Эбет ағана. Биуат деген бұл кет. Абейтші. Қауын жөп көтері біле.
на рту где. Ну вот она, наше золото, золото Себена, киевский голец. Это на сети взяли. Сети 20 метров, 30 метров, 20-25. Это на сутки. На сутки улов около больше 100, наверное. 110-120 рублей. Среднячок. Ой, ладно. Среднячок, это среднячок, ребята, это. Вот такой варды. Опа, красавчик. Ну-ка, давай, доставай.
Регина. Угу. Вот она толпит-то. Вархом ловит. Красавчик. Вот это другое дело. Панда варта здесь. Тебе тут на. Это еще один. И тут ты вам подтянешь. Гуллар, да? Гуллар. Пахай, 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 пахай. Бир варн. Опа, есть. Варта. Это уголь, уголь. Потом да. Это вар, это вар был. Вот это нахтар вон, да? Очень даже крутой. Какой симпатичный, да? Какой здоровый, а? Вот, да? Бугалля, вот еще один. Вот это личный улов сегодня. Или мугу, да? Я тут нахожу. Это вар, да? Я буду, тут нахожу. Вот этот вообще большой, да. Так, парни, всех приветствую. Канал Evan Life. Так, у нас на обзоре вот такие вот трассы Kenwood. Я их купил в этом году в сентябре, то есть в октябре. Да, 4 штуки трассы Kenwood. Так, они уже, мы используем уже с октября. Весь месяц октябрь вот используем и очень-очень довольны, ребята, очень довольны, потому что у нас до этих раций у меня было 6 раций, но они были другой фирмы, они все у меня сломались. В общем, я их уже отдал, там на ремонт отдал, там подарил кому-то. В общем, я их всех забросил, и поэтому купили вот новые такарации. Они чуть-чуть, да, массивные, да, согласен. Есть у него вот такая вот усиленная антенна, есть еще штатная, стандартная вот маленькая антенна. А вот эта антенна, она усиленная. Ребята, вот эта рация ловит почти 30, даже, наверное, 40 километров. Если у нас нет гор, если все чисто, он работает отлично. Просто мы вообще в шоке. Так что мы очень довольны этим рациями. Вот так. Емкость у них очень большой. Ну, где-то работают, наверное, неделя, наверное. Ну, смотря как используешь, конечно. И мороз тут. Тут у нас уже идут уже морозы. Конечно, у нас сегодня 29 октября. По утрам у нас было минус 40, друзьями. Минус 40. Вы представляете? Было очень холодно. А сейчас вот последние 3 дня очень тепло. Идет снег, очень тепло. Так, у нас завтра будет очень интересное мероприятие. Так что будем готовиться к завтрашнему дню. Давайте я вам еще вам в списку оставления вам покажу. Откроем коробочку. Ну, давайте я сейчас вам покажу коробочку. Так, тут есть эта книжка, инструкция и так далее, да? Вот антенна его. Это стандартная машина, да, скажем. И зарядное устройство. Все очень просто. Все, друзья, все. Тут больше ничего. Так, нету. Есть минус, нету гарнитуры, ребята. В этой раз нету гарнитуры. В общем, название магазина, адресок, телефоны, я все оставлю в описании, ребята. Покупайте. Так что вообще всем, ребята, всем рекомендую, всем охотникам, рыболовам и так далее, всем рекомендую вот такие рации. И кстати, в магазине очень много разных сам раций, от вообще минимальной цены до 15 тысяч. Есть еще автомобильные рации, но об этом отдельно, попозже расскажем, да?
Так, ну все, парни, всем пока. До новых встреч.